Народ, хочу вам показать. Я вот подошел сюда, у человека на бикьярде растут авокад. Те, которые у нас 2 на 5 долларов. Ну что, давайте взглянем, как они здесь растут. Ну вот как-то так. Где наши авокадо? Они такие зеленые, тяжело видно. Они, ну вот висит авокадо, видите, вот, снимай. Вот она, авокадо. Где наш авокадо-то? Вот она. Вот видите, вот авокадо листья. Листья и вот авокадо они вот. Может камера здесь заснимет, ну. Вот поближе подойду. Ну, это вот так. Вот авокадо растет. Видите, дерево авокадо. Вот. Авокадо, авокадо. Вот. Видите, авокадо, вот. Авокадо, вот, авокадо. Тут авокадо. И у него здесь много авокадо. Очень много. Видите, какая красота какая. Вот так вот себе сидишь. Платить не надо. Пошел, сорвал. 2-3 дня постояло тебе авокадо. Вот. Здесь у него авокадо дерево. Это все авокадо дерево. Под такими вот розочками. Мы их китайскими называли в детстве. Ну и вот так вот. Можете посмотреть. Вот, ой, авокадо какие растут. Как булыжники висят. Ну чем здесь не жить, чем здесь не радоваться? Боже мой, какие люди молодцы, кто переехал на Гавайи. Какие вы молодцы, что живете вы здесь, на Гавайях, Гавайи, Гавайи. Ой, как вам хорошо здесь. Ну все, зачем на Украине? Люди на Украину наши, на Гавайи ехать надо, ребят, на Гавайи. Ой, все, авокадо видели? Пока-пока.